Утечки газа не было, а работников обвинили в халатности. Житель Озерска заявил, что сотрудники газовой службы заклеили место пробоя изолентой. Вот только выяснилось, что во всем виноват кто-то из жильцов дома. Неизвестный провел несанкционированный ремонт. Недавно я заметил, что в моем подъезде пахнет газ. Я обратился в газовую службу, мне сказали, когда приехали газовщики, мне они говорят такую вещь: мужик, ты что, перебрал что ли? Или что ты там телевизор пересмотрел? Картошкой жареной пахнет. Такое видеообращение записал один из жителей Озерска, а потом показал газовую трубу. Одна из ее частей была обмотана изолентой. Мужчина подумал, что это сделали сотрудники газовой службы. Горит, видите? Если кто нормально видел, там газ горит. Позже газовщики дали официальный ответ. Сообщение об утечке по данному адресу им не поступало уже на протяжении нескольких месяцев. Но после публикации видео они выехали на место и оперативно заменили кран. Причиной неисправности стал несанкционированный ремонт. Изоленту прикрепили народные умельцы.